Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 вышел из строя полифонический динамик, то в 60% случаев проблема именно в нем. В остальных же случаях проблема может быть в нижнем шлифе, в контроллере звука, либо его обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.